Мы занимаемся обслуживанием и поддержанием работоспособности системы и комплекса, который управляет космическим аппаратом «Спектр-Р» сейчас в данный момент. И занимаемся проведением, так, совместно с представителями других организаций, научными изменениями. Сколько человек работает на данном У меня в группе 4 человека еще. 4 человека? Да. Мы находимся постоянно здесь, каждый день. Принимаем участие в составе дежурных расчетов по управлению аппаратами космическими, которые сейчас на данный момент летают на орбите. И поддерживаем техническое состояние, готовность комплекса. Чем он уникален? Дело в том, что, в принципе, 70-метровых радиотелескопов в мире не так уж и много, но уникальность этой антенны в том, что она полноповоротная, то есть она вращается по азимуту на 360 градусов и, соответственно, на 90 градусов по углу места. То есть антенна функциональная и позволяет управлять и выполнять задачи по научным измерениям достаточно эффективно. Но антенна настолько функциональна и многофункциональна, что она, в принципе, позволяет работать с небольшими модернизациями по очень многим международным космическим программам по исследованию дальнего космоса. План – это исследование Луны. И я так думаю, что в ближайшее время опять мы вернемся к марсианской программе. Что это за программа? Пару слов. Фобос-1, Фобос-2, опять Фобос – программа исследования спутников Марса.